Здравствуйте, друзья! На этом стадионе сегодня Манчестер Сити немного спокойнее и увереннее подойти к финишу. Гленн Мюррей, или Маррей, как говорят. Этот нападающий, по мнению журналистов, он заслуживает первого приза, опережая всех, включая курсирует автобус. Ну или самолет. Невероятно интересный матч нас ждет, потому что Сити легко. Бернардо бразилец. Ну и голкипер из Австралии. Мячом очень технично играет испанец. И вообще континентальной кости перехват. И это может быть опасно. Рывок в штрафную. Ну, Мюррей и Мари одно и то же. Подача. Там уже ребята расставились и готовы к очередной атаке. Теперь Зинченко. Гюндоган заброс штрафную. Причем там уже двое. Действительно, у команды Пепа Гвардиолы. И сейчас она сразу бросается на соперника. И вынужден бежать за соперником. Отсюда можно пробить поворотом. Неплохо. В ближний угол. Миранец наносит удар. Мяч отскакивает чуть правее. Будет удар поворотом. Гюндоган. Это вызов для поколения. Бернардо Силва. Подача. Подача хороша, но догнал Бернардо Силву. Подача Зинченко. И сам пошел мяч. Давиду Сильве. Тот переводит мяч вперед на Стерлинга. Но ему нужно успокоиться и играть почетче. Удар. И в ногах. Мэтью Райан. Подача прямо на фланг. Здесь уже комбинация. Паскаль Гросс. Передача. Может быть, сегодня во втором тайме откроет счет Сити. Это вполне вероятно. Хотя, еще раз подчеркну, Гвардиола настраивал свою команду. Это еще одна его скидка. Стерлинг. Здорово проходит. Прострел. Райан. Защитники обучены у соперника. Райан. Опасно. Вы какой придерживаетесь? Подача опасна. И в дальний угол мяч летит. Положение вне игры английской. То как раз опуститесь сюда. В Брайтон. Давид Сильва. Морес. Прострел мощнейший. Кто будет бить? А никто. Вынесет мяч. Идрису. Гюндоган, перевод, а там на офсайд похоже. Доброс, а вот здесь как раз офсайда нет. Оставляет мяч. Гленн Мюррей, Паскаль Угро. Подача, гол! Гол Брайтон забивает! Брайтон! Гленн Мюррей отправляет мяч в сетку после первого углового с левого фланга. Схватились за головы. Сначала Гвардиола, потом болельщики. Очки Манчестер Сити. Передача. Агуэра. Удар между ног. Нет ли офсайда? 1-1. Браво, Серхио Агуэра. За 20 секунд показал Манчестер Сити, что можно с этой обороной. А соперник стоит и ждет. И потом бросается в подобный выпад. Проход. Стерлинг. Разворот. Подача Агуэра. Вот сейчас Агуэра сыграл головой. Дело в том, что уже известно, как проникать к воротам. Понятия не 96 очков, потому что Сити проигрывал меньше минуты. Теперь вновь Зинченко начал движение. Нужно награждать его передачей. Бруно сориентировался очень. То Стерлингу, то Бернардо Силве. Диагональ отличная. Агуэро не получает мяч. Здорово, молодец. Сразу вперед, не возвращать защитнику. И красивый перевод в коса. Не просто озабоченность, а удручающее положение. Близко к катастрофе. Как же так? Нам нужно выигрывать. А нам какой-то Брайтон. 17-й втор. 38-я минута. Угловой. Очень опасно. И 2-1. Эмрик Лапорт впервые за последние 20 минут возвращает Манчестер Сити первое место в таблице. Эмрик Лапорт. Угловой. Пропустил Сити. И угловой команда реализует. Браво!
был интереснее и вел даже 3-1. Хоть и на выезде. Еще один угловой. И нет, а вот где. Очутился. О, красиво. Стерлинг. Прострел. На опережении не успевает сыграть Морес. Подбор. Сильва. Справа атака. Сити. Морес. Ну и вдруг игрок. Все очень правильно. Уокер не прошел. Но ведя в счете. Вот удар. Мощнейший удар. Эдерсон. Но углового не должно. Удар действительно Данка. Льюиса Данка, центрального защитника, был очень хорош. Удар, и мяч застревает в ногах защитников. Еще один пас в штрафную, никого не коснувшись. И вратарь Мурич. Играет Эдерсон, и у его ворот угловой. Эрлинг. Вот опять заброс. Дойдет, вряд ли такой мяч. Не успел к мячу, и Гюндоган рвется к штрафной. Передача. Ну и что, подсунул. Очень неудобный мяч Морезу, тот в стиле. Но еще более странно поступили защитники Брайтона. Опасно, прострел. В ближний угол удар. В ближний угол, хитро. Сильва. Не остановили его. Втроем соперники. Снова Сильва, снова. Темп в этой атаке. Пас назад, но не под удар. Пока еще и странное. Вышел вперед Манчестер Сити. Эмрик, Лапорт, и Зинченко, и Уокер были очень близко к центру. Удар Морализа. Джаханбакш. Рядом и в Бисума. Джаханбакш нарушил правила, а тут не... Но 30 декабря забил. С тех пор ни разу не отличился. Ну, конечно, был явной трансферной целью. Кайл Уокер. Здорово. Морес. 15 метров может быть опасным. Хорошее мощное вращение. И действительно удар в сторону ворот. Это Льюис Данк. В центральной зоне. Атакует Манчестер Сити. Передача. Стерлинг выпускает мяч. Все, напомню. Главный тренер без 5 минут чемпионов. Тормозить и выбить. Ах, здорово. Опять здорово. Ох, как красиво. Удар по воротам. Еще один будет. Вот и в Бисума. Заброс. И Эдерсон. Снова Стерлинг идет на мяч. И снова мощный защитник. Хороший разворот. Илкай Гюндоган. Стерлинг удар. Ну что за удар. Рахим Стерлинг. Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро формально нападающие. Перевод на правый фланг. Бернардо выбивает. Строительство суперклуба. А вот Риад Морес, например, который был последний раз с мячом. Данк снимает. С этой диагонали мяч отправлял Майкл Оливер очень неприятным стандартом Манчестер Сити. Здесь очень хорошая комбинация. Риад Морес. Пауза. Удар. Браво. Риад Морес. 60 миллионов фунтов напомнили о себе. Гол плюс пас в этом матче за полчаса до чемпионского титула. Здорово, как готов был с левой. Серхио Агуэро. Гюндоган. Передача. Стерлинг. Гюндоган. Удар по воротам. Эти матчи мы увидим. Болельщики Сити продолжают ликовать. А мяч залетел в штрафную их команду. Строго занял место среди... Не играет. Но Гюндоган из Де Брёйне в паре тоже много матчей провел. Готовится к удару. Красиво летит мяч, и 4-1. Неспроста, наверное, я представил вам Илкая Гюндогана, который как раз Давида Сильву и догнал в эту минуту. 6 голами они делят в списке лучших снайперов своей команды.
Ну, возьмите любую фамилию, которая и там случается. Передачи его проходят. Еще один момент. Сделал голевой пас Морес. Тоже хороший навес, но здесь...